Ну что, друзья, это свежий выпуск на нашем YouTube-канале. Буквально несколько минут назад известный российский телеграм-канал выложил новость у себя на канале. С этой новости нам стало ясно о том, что вчера вечером в центре Санкт-Петербурга произошла страшная авария по вине известной российской журналистки и телеведущей Тины Канделаки. Тина Канделаки является одной из самых популярных российских телеведущих. Сообщается о том, что она грубо нарушила правила дорожного движения и на перекрестке не уступила дорогу другому автомобилю. На данный момент и Тина Канделаки, и девушка со второго автомобиля находятся в больнице. В каком они состоянии, пока никто еще не знает, эта новость только разлетается по интернету. Мы обязательно сообщим вам подробности, друзья, уже в следующем выпуске. Я благодарен вам за ваши просмотры, за то, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам за все, дорогие наши зрители.